Знаете ли вы, что самый долгий эксперимент в истории можно наблюдать в прямом эфире? Наша перспективная разработка – антигравитоник с сиропом. Люк забыл закрыть. Выкрутится, я уверен. Профессор Томас Парнелл в далеком 1927 году решил продемонстрировать своим студентам факт о том, что некоторые твердые вещества являются жидкостями высокой вязкости. За основу был взят ПЕК или битум – вещество, которое представляет собой сложную смесь углеводородов, иными словами, смолистую нефть. Профессор поместил нагретое вещество в запечатанную воронку и оставил его на 3 года. 2000 years later. Первая капля сформировалась и упала в декабре 1938 года. К сожалению, на момент падения рядом с воронкой не оказалось ни самого профессора, ни других свидетелей. Вторая капля упала лишь через долгих 8 лет. Удивительно, но каждый раз факт падения оставался скрытым от глаз наблюдателей. С развитием технологий стало возможным установить в помещении веб-камеру для непрерывной фиксации. Но в момент падения 8-й капли случился шторм, который повлек за собой отключение электроэнергии всего на 20 минут. Так что на видео падение не попало. Но эксперимент продолжается. Следующую каплю физики ожидают к 2027 году, когда они будут отмечать 100-летие эксперимента, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный в мире.